Входить во взрослую жизнь уже с золотом или серебром в кармане почетно, но получить такую награду может не каждый. За плечами этих ребят ежедневная работа над собой, саморазвитие и, конечно же, отличные оценки. Сегодня они пожинают плоды своего труда. В этом году по республике на золотую медаль школу окончили 8 выпускников, на серебряную 4 человека. С огромной любовью и поддержкой на своих подопечных смотрят учителя, а родителей переполняет особое чувство гордости. Поздравить выпускников пришел президент Аслан Бжани. Кроме того, от главы государства медалистам были вручены денежные подарки. Дорогие наши выпускники, поздравляю вас с окончанием школы. Сегодня вы закрываете одну главу своей жизни и начинаете новую. Перед вами сейчас открыты тысячи дверей. Большинство из вас наверняка уже определились в выборе будущей профессии. Искренне желаю, чтобы этот первый самостоятельный шаг во взрослую жизнь стал определяющим в вашей судьбе. Республика возлагает на вас большие надежды. Ваши знания, таланты и способности могут стать основой развития нашего государства. Особенно хочется отметить наших медалистов. В этом году их 12. Вы наша гордость и надежда. Своей целеустремленностью, усердием и тягой к знаниям вы подаете пример подрастающему поколению. Нет сомнения в том, что каждый из вас продолжит этот славный путь уже за пределами школы и достигнет поставленных целей. Вы являетесь гордостью не только для своих родителей и учителей, но и для всей страны. Ваши педагоги вложили в вас свои знания, время и душу, а родители поддерживали на каждом шагу. Их вклад бесценен, и сегодняшние успехи – это результат их общего труда. Усердно трудитесь и верьте в свои силы. Ваши знания и усилия обязательно найдут применение в нашей республике, где каждый из вас сможет внести неоценимый вклад в ее процветание и развитие. Желаю вам счастья, благополучия и крепкого здоровья. В добрый путь! По инициативе Министерства просвещения золотые и серебряные медали также вручили выпускникам 1991-2002 годов, которые по разным причинам не получили их вовремя. Торжественная церемония награждения завершилась большой концертной программой. Гугуца Вардания, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.